А я напоминаю нашим телезрителям, в эфире канал RTN, вечерние новости. В студии для вас сегодня работает Наталья Быстрицкая. Мы продолжаем. Шеф Пентагона Ллойд Остин выписан из больницы. Я выполняю свои обязанности из дома, рассчитываю полностью восстановиться и вернуться в Пентагон как можно скорее, заявил сам Остин. В Пентагоне подчеркнули, что у Остина имеется полный доступ к защищенным каналам связи. Остин был госпитализирован 1 января с сильными болями в животе, бедре и ноге. Ранее у него был диагностирован рак предстательной железы на ранней стадии. Публично о госпитализации сообщили только 5 января. При этом, как выяснилось позднее, до 4 января о том, что Остин в больнице, не знали даже в Белом доме. На этом фоне конгрессмены-республиканцы потребовали от генерала объясниться. Fox News, прошедшую пятницу, передал информацию о запросе группы членов Палаты представителей с требованием отчитаться о причинах задержки в информировании руководства страны и Конгресса о своей госпитализации. Запрос подписали 20 конгрессменов под руководством Клаудии Тенни, представляющей республиканцев в штате Нью-Йорк. Законодатели потребовали от Остина назвать имена людей, кто именно принимал участие в решении отложить раскрытие информации и кто из чиновников знал о ситуации с самого начала. Конгрессмен Мэтт Розендейл предложил объявить импичмент Остину, а его коллега Мэтт Гетц призвал военачальника явиться на слушание в Конгресс и отчитаться. Члены Палаты представителей демократ Крис Делузио в соцсети X написал, что потерял доверие к Пентагону, возглавляемому Остином. Делузио подчеркнул, что как член Палаты представителей по вооруженным силам имеет священный долг по надзору за деятельностью военного ведомства. Этот долг требует от меня призвать Остина уйти в отставку, подчеркнул конгрессмен. Ранее председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс открыл официальное расследование по поводу госпитализации Остина. Он назвал возмутительным тот факт, что о хирургической операции не уведомили администрацию Байдена и Харрис. Роджерс написал несколько писем самому Остину, начальнику его штаба и заместителю Кэтлин Хиггс, которых потребовал ответить на вопросы, касающиеся госпитализации, и приложить соответствующие справки с анализами. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что генерал не собирается покидать свой пост. Цитата, он сфокусирован на том, чтобы продолжать работать и служить на благо защиты нашей страны, сообщил Райдер. Ранее сообщалось, что президент Байден сохраняет доверие к шефу Пентагона. Процесс выдвижения кандидатов в президенты от республиканцев на выборах официально начался в понедельник с кокусов в Айове. За выдвижение поборются 4 претендента. Трамп, Ники Хейли, ДеСантис и Вивек Рамасвами. От продолжения предвыборной борьбы ранее отказались Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Эйса Хатчинсон, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешняя предвыборная кампания проходила необычно тихо, что свидетельствует о значительном лидерстве бывшего президента Трампа. О серьезных шансах Трампа на победу в Айове свидетельствуют результаты опроса. 48% собирающихся принимать участие в кокусах намерены голосовать за бывшего президента. 20% отдают предпочтение Хейли, 16% ДеСантису. Рейтинг Рамасвами не превышает 10%. В Айове, похоже, пойдет борьба за второе место, учитывая доминирование Трампа. Реальный вопрос заключается в том, сможет ли кто-либо из двух республиканцев в долгосрочной перспективе превратить эту гонку в гонку двух человек, комментируют эксперты. Сегодня утром суровые погодные условия в Айове вызвали опасения по поводу низкой явки избирателей. Минусовая температура привела к опасениям, что пожилые люди, которые обычно составляют ключевую группу населения во время любых кокусов, не поедут ни на один из почти 1500 участков. Но, кажется, опасения были напрасны. Возможно, утренние посты Трампа вдохновили электорат. В социальных сетях Трамп предупредил о возможности грязных трюков, подчеркнув, что заседание пройдет в обычном режиме, во что бы то ни стало. Оно не будет отменено или отложено ни при каких обстоятельствах,
В данную минуту кокосы в самом разгаре. К слову, кокосы отличаются от праймерис тем, что за ними наблюдает партия штата, а не правительство штата, и не требуется голосование. Итак, республиканская партия проводит свои предвыборные собрания в понедельник. Демократы Айовы, в свою очередь, в этом избирательном цикле выбирают своего кандидата исключительно путем голосования по почте и опубликуют свои результаты 5 марта, супервторник. И в продолжении темы спецпредставитель Байдена по вопросам климата Джон Керри собирается этой зимой покинуть свой пост и в дальнейшем помогать нынешнему хозяину Белого дома с предвыборной кампанией, сообщает Axios со ссылкой на источник. В настоящее время Керри работает с руководителем аппарата Белого дома Джеффом Зейнсом над уходом с должности в ближайшие месяцы до весны. 80-летний Керри считает, что переизбрание Байдена – то, что будет иметь самое важное значение для прогресса в области решения проблем климата как в стране, так и во всем мире. Керри был кандидатом от Демпартии на пост президента в 2014 году, но проиграл Джорджу Бушу-младшему. С 2020 года состояние 5 богатейших людей увеличилось на 114%, с 405 миллиардов до 869 миллиардов долларов. Самые обеспеченные люди планеты богатели со скоростью 14 миллионов долларов в час, сообщает организация по борьбе с неравенством Oxfam в отчете. За это же время 5 миллиардов человек стали беднее. Тенденция сверхвысоких темпов роста богатства закрепилась за последние 3 года. Богатство миллиардеров растет в 3 раза быстрее, чем темпы инфляции. При этом глобальная бедность остается на том уровне, на котором она была до пандемии. Если такая тенденция сохранится, то в ближайшие 10 лет в мире появится первый триллионер. При этом человечеству понадобится еще 229 лет, чтобы искоренить бедность. Аналитики называют такое неравенство не случайным. По словам временного исполнительного директора Oxfam Амитабха Бихара, оно возникает из-за бешеной власти корпораций и монополий. Вытесняя рабочих, уклоняясь от налогов, приватизируя государство и провоцируя разрушение климата, корпорации направляют бесконечные богатства своим сверхбогатым владельцам. Ни одна корпорация или частное лицо не должны обладать такой властью над нашей экономикой и нашей жизнью. Если быть точным, никто не должен обладать миллиардом долларов, подчеркнул Бихар. По подсчетам, в 7 из 10 крупнейших корпораций мира пост гендиректора или главного акционера занимает миллиардер. Суммарно стоимость этих корпораций составляет 10 триллионов долларов, что превышает совокупный ВВП всех стран Африки и Латинской Америки. Oxfam также указывает, что людям во всем мире все чаще приходится работать большее количество часов, причем часто за низкую зарплату. Для сравнения, женщине, работающей в сфере здравоохранения или соцобеспечения, необходимо 1000 лет, чтобы заработать столько же, сколько получает за год гендиректор компании. Oxfam предлагает переосмыслить принципы ведения бизнеса. Если бы всего 10% американских предприятий принадлежали работникам, это позволило бы удвоить долю богатства беднейшей половины населения США, считают в организации. Самые базовые похоронные услуги Великобритании подорожали на 5% в прошлом году, до 4140 фунтов, говорится в отчете страховой компании Sun Life. С 2004 года стоимость похоронных услуг подскочила почти в 3 раза, на 126%, тогда как инфляция за этот период составила 72%. Совокупный объем расходов на организацию похорон в Великобритании достиг 9000 фунтов. 70% британцев откладывают деньги на собственные похороны, но такие накопления полностью покрывают расходы только в 54% случаев. Ввиду высоких расходов в стране все чаще покойных родственников кремируют, не организуют для этого специальные церемонии. Стоимость такой услуги составляет около 1500 фунтов, и в прошлом году ей воспользовались в 20% случаев по сравнению с 3% в 2019 году. Диего Марадона-младший, сын легендарного футболиста и чемпиона мира 1986 года, в эфире канала Mediaset Italia заявил об убийстве отца.
Расследование продолжается. Мы, его дети, очень верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что это не должно было закончиться так. Они убедили моего отца. Не мое дело говорить, кто это сделал. У меня есть своя идея, но я не могу ее высказать. Они бросили его на произвол судьбы. Когда можно было что-то сделать, сказал Марадона-младший. Футболист скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной стала сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Весной 2022 года прокуратура Аргентины обвинила медработников, занимавшихся его лечением, в убийстве по неосторожности. Среди них нейрохирург и семейный врач Леопольдо Луке, психиатр Агустина Касанов и психолог Карлос Диас. В запросе прокуратуры в суд указано, что из-за халатности и неправильного лечения Марадона оказался беззащитным и брошенным на произвол судьбы. При этом врачи названы виновниками неадекватного лечения на дому. В случае обвинительного приговора они могут получить от 8 до 25 лет тюремного заключения. Спасибо вам за внимание. Это все новости к данному часу. Вечерний выпуск новостей сегодня для вас провела Наталья Быстрицкая. Смотрите РТН каждый день. До встречи.